Компания «Электромотор» представляет компрессор белорусского завода «Ремезан». Компания «Электромотор» представляет поршневой компрессор «Аэркаст» серии SB4 C200 LB40. Предназначен для обеспечения сжатым воздухом пневматического оборудования, аппаратуры и инструментов, применяемого в основном в промышленности и автосервисе. Использование компрессора позволяет значительно сэкономить электроэнергию, механизировать труд и повысить качество работы. Данная модель идет в комплекте с ресивером на 200 литров. Мощность двигателя 3 кВт. Одной из основных деталей компрессора является помпа. Одноступенчатый трехцилиндровый с воздушным охлаждением поршневой блок предназначен для выработки сжатого воздуха. На помпе находится картер уровня масла. Заправочный объем масла составляет 0,5 литра. Данная модель компрессора оснащена двумя манометрами. Далее регулятор давления в ресивере и кран для подачи воздуха потребителю. Производительность составляет на входе 530, на выходе 440 литров в минуту. Давление 10 атмосфер. Модель RM312702. Частота 50 Гц. Рабочее напряжение 380 вольт. Мощность двигателя 3 кВт. Степень защиты IP24. Количество цилиндров 3.